Смотрите, если армянское государство не должно реализовывать, прикладывать усилия для защиты наших прав, а это должно быть его подлинной целью, обеспечить существование 2 миллионов населения в полуголодном, в полуобеспеченном состоянии, смысл существования, миссия этого государства становится непонятной. Потому что если целью является кое-какая жизнь 2 миллионов, так куда легче за полгода рассеять их по всему миру. Они поедут и точно будут жить намного лучше. Сколько людей уехало из Украины? Не дай бог, чтобы дело дошло до этого. 2 миллиона – это не цифра, но проблема в следующем. Если не должно быть армянского государства, Армения не должна заниматься защитой наших интересов, а должна заниматься только, повторяю, обеспечением кое-какой жизни 2 миллионов, и то кое-как под влиянием постоянной угрозы непрерывной блокады. Тогда в чем его смысл? Если вопрос в жизни, рассеемся по всему миру, поедем, будем жить.